еще один рой скалы там небольшой. Сейчас посадим вот такой небольшой улик. Попробуем. Матка начинала жить там. Вот этот улей. Рамок на 6, наверное, тут на 7. Там попался поздний рой. И сейчас вот мы его попробуем. Я его привез, значит, 2 недели назад где-то. Вот, ну там совсем немного было пчел. Вот. И ни расплода не было, отстроено мало еще было совсем. Попался он поздно. Матка не ложила яички. Вот сейчас мы посмотрели, она начала ложить. То есть матка облеталась. Ну, попробуем, с ней выживет. Сохраним. Сейчас подкормим его. Вот. На зиму. Выживет, да хорошо. Значит, на следующий год будет семья. Ну вот так вот пересадили. Сейчас остатки пчел туда стряхнем. И все будет готово. Матка ползает. Снаружи. Камера-то возьмет? Где она? А, ниже рыжая. Она чем-то управляет. Печечка. Травки. Чистит. Матка-то хорошая, сильная. Свеженькая. Маленько что-то сошло. Пока. Я ноги доделался. Сюда идешь. О, ну-ну.
Опять кверху. Че? Вон он убежал кверху. Где? Да, вон он. Да, она ушла. А, ну да. Не, не. Ну, пустая. Да, ну, тут, тут. Вчера села у меня батарейка, вот, и я решил сегодня доснимать фильм про колоды, про пересадку колод. Ну, в принципе, я там все снял. Вот, и сегодня я просто покажу, как вот я сотовый мед вот из колод фасую, как вариант. Вот такие баночки пол-литровые, можно больше, ну, меньше, смысла уже нет. Вот сюда входит примерно где-то 200 грамм сотового меда. Вот это пол-литровая банка. Кто-то заливает, я видел, еще медом, тоже красиво получается. Можно медом залить, ну, жидким, в смысле, медом с пасеки, вот. Ну, я не заливаю пока, потому что просят именно вот такой бортевой мед, чтобы не смешивать. Я вот так просто помещаю туда в баночку, нарезаю на такие вот кусочки, получается 200 грамм. Вот такие порционные. Тут у меня пчелы гудят. Промывал я тут бачок из-под меда, и видите, тут налетели пчелы. Тут еще вот просушиваю некоторые соты. Целый рот прилетел. Ну, сейчас они быстро все это обсушат, потому что взятка уже нет, все, одни воровки уже. Стоит гул. Вот. Ну, вот такие соты можно и по почте отправить. Вот, отправляю также не только в таких баночках можно, но и в коробках картонных, уже побольше кусочки. Вот, ну, на следующий год, я думаю, попробовать в колоды сделать рамки. Ну, в смысле, можно купить, они продаются, такие разборные рамочки, маленькие для секционного меда, для сотового. Они маленькие, там размеры у них там, ну, примерно, наверное, такие есть, они по размеру, как вот я сейчас отрезал, тут, не знаю, сантиметров 15, может, на 8 такие. Вот. Ну, плюс в том, что, видите, здесь, как бы, когда режете соту, разрезаете, мед немного стекает. Ничего страшного нет, но при перевозке, допустим, если куда-то далеко отправлять, в рамочке будет, конечно, удобнее. Вот. Ну, получается, вот три способа хранения там. То есть либо просто сотами, можно сотый, второй способ залить медом, тоже красиво получается. Вот. Ну и третий просто никак не резать, то есть как есть, сота там идет. Ну, то есть целиком, можно сказать, почти отправлять уже в картонных коробках. Или кому-то подарить. Тоже будет очень красиво. Ну и для себя, для хранения, я сейчас вот в эту... Вот в этот бачок я сейчас все соты туда сложу на зиму на хранение. И просто оттуда буду брать, ну, для себя так имеется в виду. Впереди осень, зима, весна. То есть запасы такого меда должны быть. Вот такая красота получается. Тут видите еще с пергой. Очень красиво. Красиво и полезно. Перемешку, то есть, видите, они сначала пергу закладывают соты в ячейки, а потом заливают сверху медом и запечатывают. Это вообще самый ценный продукт получается. Перга с медом и с крышечками одновременно. Поэтому вот этот мед так сильно ценится. Вот. Ну и бортик хочу немного доработать, чтобы было проще с ними работать, доставать соты. Ну, об этом я сниму отдельный фильм, буду этим заниматься осенью, зимой, в межсезонье. Вот. А пока будем любоваться на этот мед, есть его, пробовать, угощать. Ну, на этом все. До новых встреч. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!